папа в горочку заезжал с большой скоростью и немного газанул. Пока, неудачник! Да, ты хорош, но так хочется на большом покататься. Когда уже этот тросик доставят? Папа обещал на выходной помочь мне поремонтировать. Ну вот бы тросик до папиного выходного пришел. Саня, а что ты делаешь? Да так, мостик осматриваю. Хочу, чтобы его побыстрее поремонтировали. А я папу жду. Он мне обещал квадрик подрегулировать. Ведь у него сегодня выходной. Да ну, у папы сегодня выходной? Блин, тросик не привезли. Саша, это у тебя телефон звонит? Да, у меня. Алло. А, тросик пришел. Ладно, сейчас приеду. Арс, представляешь? Мой тросик пришел, сейчас поеду заберу, только за шлемом сгоняю. Хорошо, а я пойду папу дома ждать, чтобы он мне с квадриком помог. Как же хорошо, тросик пришел. И как раз у папы сегодня выходной. Вот это мне повезло. Вот это круто. Осталось только дождаться, чтобы он пришел с работы и поменял. Ладно, пойду домой и подожду его. Смотри, какой тросик привезли. Вау, ты так быстро его забрал. А дай-ка посмотреть. Держи. Вау, крутой, новенький. Да, мой. Осталось только папу дождаться, чтобы он мне помог установить. Не-не-не, я первый жду папу по очереди. Не-не-не, Арсений, я первый. Мне нужно мостик поремонтировать, а это важнее. Ничего не знаю, я первый занял. Мне тоже важно, надо подрегулировать колеса квадрика, иначе колеса могут открутиться. Эх, Арсений, ты как всегда. Ладно, пойду пока в туалет схожу, пока папа не приехал. Идея, нужно его закрыть, чтобы к папе с квадриком не лез. Поставлю-ка я стул под ручку. Блин, короткая. О, точно, я тумбочку поставлю, так он не откроет. Ох, тяжелый, точно не отодвинет. Саша, ты меня закрыл? Саша, зачем ты меня закрыл? И не откроешь, тумбочка тяжелая. Все равно же откройся, папа будет мне квадроцикл чинить. Все, папа будет мне питбайк чинить, пока. Ну ты и вредный, конечно, Саша. О, вредный. Наконец-то выходной, как же я его долго ждал. О, папа идет. Папа, смотри, что пришло. А, трос пришел. Ну, хорошо, вижу. На, пошел я отдыхать. Эй, папа, ты куда? Ты же обещал свой выходной помочь поремонтировать питбайк. Саня, у меня единственный выходной, дайте отдохнуть. Папа, обещание есть обещание, обещал, давай помогай. Я и так его ждал почти целый месяц, этот трос. Ай, ладно, давай его там вроде быстро поменять. Показывай. На, папа. Ой, не-не-не, вот этот. Ай, ё-моё. Точно, в этом же все работает. А, ручка. Так его все равно, Саня, надо карбюратор снимать, чтобы там поставить сначала. Держи. Я еще никогда не видел, как карбюратор снимают. Бензин там перекрой, на off поставь.
А тут вообще две гайки откручиваются и все. Пап, только две гайки и все? Еще два шланга убрать. Сейчас мы посмотрим на твой просик. Оп. О, бензин не льется. Молодец, перекрыл. Ну что, давай твой трос сразу проверим. Вот. Держи карбюратор. И сейчас все будет понятно. Саня, ну у меня такое подозрение. Смотри. Тебе прислали трос с вот этим окончанием. Угу. Шире, чем видишь, он не пролазит сюда. И это, соответственно, сюда не пролазит. Оп. Как, папа, они что, ошиблись? Ну смотри, Саня, вот видишь дырочка, а вот твой трос, который он должен свободно вот сюда, оп, вылезти сюда. Тут мы его зажимаем вот этой штучкой, там в карбюраторе закрепляем. Вот, блин, и тут накосячили, не то прислали. Саня, ну, такие вот работники, елки-палки, что делать? И что, мне еще, наверное, еще целый месяц кататься на этом среднем? Я попробую сегодня этот трос тут подточить об напильник. Посмотрим, ладно. Пойду руки помою и воды попью. Пока его точно, Саня, я не сделаю. Блин, опять облом. О! Вообще тум. Это ты? Арсений, это ты в туалете? Да, Саша меня закрыл. Нифига себе, а что, тумбой подпер прямо? Что не хотел, чтобы ты мне с квадроциклом помог. А с квадроциклом уже что не так, Арсений? Ну, там колеса надо подкрутить. Ё-моё, вы что, специально в выходной сговорились, а? Ну. Ну, пап, у меня еще цепь слетела, это основное. Ай, ладно, пошли твою цепь посмотрим. Потом Сашин тросик еще помурыжу. Что на у тебя слетает, Арсений, а? Ну, я немного перегазовал. Арсений, где ты уже так катался, что он еще и грязный такой? Блин, и как можно, чтобы цепь с двух звездочек-то слетела, а? Ай, папа в горочку заезжал с большой скоростью и немного газанул. Понятно, ладно. Будем смотреть, что тут у тебя. О, на одну уже надел. Теперь осталось на вторую. Арсений, тут потом руки больше отмывать по времени, чем твою цепь одевать. Опа. И посмотри, колеса надо подкручивать. Слушай, она у тебя уже, вот смотри, как болтается. Как ты ее уже так растянул? Надо уже цепь подтягивать. Папа, а посмотри, колеса надо подкручивать. Слушай, уже развал тебе надо тоже сделать. Надо вообще квадрик уже завести. Я сам развал тебе не сделаю. Вот это уже вообще криво, вот так стоит. Папа, куда его вести надо? И сейчас, Арсений, еще денек-другой можно покататься, но потом, я смотрю, мы его уже, наверное, на сервис загоним. Есть тут дядя один у нас, любитель этой техники. Сейчас, Арсений, давай проверим. Плавненько, плавненько. Вот так, понял? Да, понял, понял. Все, Арсений, я сейчас еще полчаса буду руки отмывать, елки-палки. Майку вымазал уже. Покатайся чуть-чуть. Yes. Ну все, я поехал. Арсений, стой, ты куда? Кто тебя выпустил? Я не понял. Поедешь ты, у тебя же цепь слетела. Да это папа меня выпустил и поремонтировал квадроцикл, так что пока. Вот, блин, а мой пидбайк еще не готов. Пока, неудачник. Вот, блин, повезло же мелкому.
А вы были на канале Брошо. Так мы сегодня фидбайки не починили. А вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал Брошо. Всем пока!